волшебник, тяжек мой путь. Древние тайны всех не расставим мне под силу. Я заклинаю и превращаю в золото ртуть. Стану тобою, ты станешь мною, верным сыном зла. Леди и джентльмены, добро пожаловать на борт. Меня зовут Джулия. Я буду вас развлекать. Корабль любви плывет по волнам. И скоро мы... Тихо! Не кощунствуйте. Эвелин была нездорова. Во время беременности она мучилась галлюцинациями, видениями. Она верила, что некое создание вышло из вод потустороннего мира, чтобы отобрать у нее ребенка. Простите, вы сказали из воды? Да, мы все тот мир видим в разных образах. Судя по всему, Эвелин так себе его представляла.